мужик и растет и материал. Фланги видим внизу у горы. Сверху воины осторожничают. Пытаются выгадать удобный момент для того, чтобы атаковать. О, провалили. Вот прорыв в центр увидим. Партии защитников входят прямо в укрепление. Защитники. Упал один мантилет. Мы напоминаем, что ломать его нельзя. Опять неспешное взаимодействие под горой. Погибают под алибарды египтяне, остатки партии защитников. И мы сейчас остановим бой. Стоп, бой! Стоп! Стоп! Остановитесь, воины! Остановитесь! Аплодисменты, дорогие друзья! Бой окончен! За максимальным численным превосходством партии атакующих. Ну, что, такой Рубикон на карьере бойцов, то есть не каждый решается выступить один на один. В целом это достаточно сложно, и при скоплении, большом скоплении зрителей все же выступать достаточно интересно, с одной стороны, но и при этом немножко страшно. Надежды на большее количество очков, господин Литвинов. Все, все, работа. Все. Применяет тактику, накрывая голову щитом, начинает носить удары по ноге. Все, они достаточно эффективны, считают судьи. Но господин Туморозов не всех создается. Вот, видите, различные приемы. Пытается победить своего оппонента.
ты живешь на соседней улице, потому что ты живешь на соседней улице.